Обсудили в ДГХ и ремонт дворов. Ярославль в пятерке лидеров среди муниципальных образований региона по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе». Во всех районах города, кроме Заволжского, уже определены подрядчики, которые будут выполнять работы по благоустройству дворов в этом году. На некоторых территориях уже ведутся работы. В первую очередь это касается проезжей части дворов. Стоит задача минимизировать сроки между снятием старого покрытия и укладкой нового. Если в дворах выполняется несколько разных видов работ, по отдельности их принимать не будут, даже если выполняет не одна организация. Особое внимание уделят контролю качества. Это будет ежедневный технический надзор на объектах. Эта работа будет ежедневно. Единственное, что по плану мы фиксируем, что по четвергам мы будем проводить штабы, чтобы уже понимать, где какие есть проблематика в целом по городу. Ну а так на этих объектах мы будем каждый день, естественно. В этом году к работам приступили почти на месяц раньше, чем в предыдущем, поэтому подрядчики должны уложиться в срок. Задача – завершить ремонты как можно раньше, чтобы жители смогли пользоваться новым двором еще до прихода зимы. План на лето – территории с охватом 120 домов. Финансирование составляет порядка 130 миллионов рублей. Параллельно ведется работа по устранению замечаний, выявленных на дворах, отремонтированных в прошлом году.